последнее время я боюсь заходить в рекомендованные на Ютубе. Потому что там я вижу эти бесконечные теории, топы, пасхалки, пасхалки на пасхалки. И прочую фигню, которая никаким образом меня не интересует. Ну вы знаете эти 10 невероятных оптических иллюзий. Или Иван Гай попал в Gravity Falls. Жесть в стриме. Топ-5 удачных экспериментов гомункулов. Блин, да это же бред, кто это вообще смотреть будет? Чего? И хотя эти видео практически не несут никакой информативности, они составляют большую часть Ютуба. А про хайп некоторых личностей я вообще говорить не хочу.